Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. Я наконец-то уже нашел еще один камушек. Как будто я его долго... вообще нереально его найти. Или они вот так очень редко начали спавниться, или просто поменяли их текстурки, и они очень похожи на вот обычную листву, и фиг их найдешь. Так. Кого бы можно посмотреть? Вот так просто. Покемонов тут много. Давайте посмотрим Дратини. А, нет, нет. Чё тут за тусовка? Так, давайте посмотрим Дрику, например. Он так пишется, да? Тоже нету. А ну, убью просто-напросто. Тоже нету. Понятно, нету. Ну, давай, пускай будет тот. Ну да. Че. Да, пускай будет тот Адайл. Давайте пойдем вот в эту. Этот покецент. Так. Как раз посмотрим, что-то там столько покемонов. И как раз вылечим наших покемонов, потому что Райкваза мертва. И... В принципе, вот этот, как его там, ну, Молдрес тоже почти что мертв. Так, только посмотрите на карту, что тут творится. Это вообще где? Где их вообще столько? Зуреть можно. Капут. Я только и слышу голоса покемонов. Везде. Воздуреть. Где они? Капут. Тут их вроде нету, но... Вообще на карте куча их показывает. Ну, давайте как раз сделаем... уже прокачаем нашего. Да ну нафиг. Но ачивка. Давайте прокачаем. Уже как раз эволюционируем нашего Виппинбелла. Если он, конечно, вот так эволюционирует. Ну, должен. По крайней мере, должен. Харе там уже капут. Столько их там. Так, давайте пойдем в зимнюю биомку. Я помню, я первый раз Тотодайла нашел там, но хотел его словить без съемки. Я его там нашел, но случайно убил. Капут. Так. Давайте по приколу еще раз мью. Я понимаю, что его не должно быть, но... Тогда же Райкваза тоже заспавнилась и не написала, что она заспавнилась, да? Логично. Поэтому... Что угодно может быть. Может, Демью тоже так заспавнился, но не написала, что он где-то заспавнился. А ну, Дратини случайно нету? Нет. Ладно, пойдем. Куда-то вот сюда. Барам-барам. Ну, он возле воды спавнится, это точно. Тотодайл. Так, тогда будем бежать около воды. Ну да, это не покемон босс, просто его приплющило там. Я не вижу никого на карте толкового. Так, ну, отлично, что хотя бы электробус прокачался. Все-таки есть у него эволюция, то бишь селикидов электробаза.
А, Виппинбелл. Вот что-то я забыл. О, эволюционирует, отлично. Так, кем ты будешь? А теперь возле меня вот тут у камушек, да, нашелся? Ух ты, Вик... Кого? Чего? Виктрибелл. Ну, Виктрибелл. Твою мать, вот эти камни. Сейчас, когда они мне не нужны, да, теперь их куча. Ну, куча, может, не куча, но... Один я уже нашел. Вот и громадина, Виктрибелл. Не, ну прикольный покемон. Так, так, тут у нас кто? Тут у нас толково ничего. В смысле, Гастли нормальный, но он уже у нас есть. Так, давайте побежим вот туда. Везде, везде нужно поискать вот Тутодайла. Конечно же, везде. Джинкса у нас еще нету, вот он. Ну, Джинкс это просто, она даже эволюции даже не имеет, как я знаю. Никого нету, Шайни нету, ну, логично. Тут тоже капут. Шайни только Гравеллеры и Джиодуды. Вот их самое большое количество спавнится. Так же, как и боссов. Так, ну тут Тутодайла нету. Что мы тут можем найти? О, уйдет, Райкваза, 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 Райкваза заспанилась. О, я уже его нашел. Вот полезная штука, этот радар. Вот она, красавица. Если бы так Забдосы спавнились или Шайни, как ты. Что мне с тобой делать? Ну, что мне с ней делать? Убить, конечно же. Я уже вот эти Райкваз капут сколько уже. Отлично. Убили мы Райкваза. Ну, ладно, пускай уже будет это Райкваза. Если бы вот так Забдос спавнился, или хотя бы Мью. Действительно, Мью вообще толком не спавнится. Что, один раз я нашел Мью, да? И то второй раз, и когда Мью заспавнился, заспавнился Шайни Мью, прикиньте. Я его не увидел, вот капут. А, ну суть в том, что он заспавнился. И Мью как бы он с самого начала, да, Пиксельмона? Можно сказать, это первый легендарный, который был добавлен. Потом уже пошли вот эти Райквазы, Молтресы вроде, ну. Мью это как бы самый обычный покемон. Ну, самый обычный легендарный покемон, да, начальный, можно так сказать. Ну, не начальный, я думаю, вы понимаете, о чем я. Что я хочу сказать. Как бы самый простой, ну не самый сильный, конечно же, вроде. Ну, нормальный, короче, средний, да. Но суть в том. О! О! Что я нашел? Ну я тут уже был. В предыдущем мире, но можно еще раз пойти. Мир же я перенес. Ну и суть в том, дорогие друзья, что как бы Мью это же Мью, как бы самый обычный легендарный покемон. Ну, Райкваза это как бы уже новый, да, покемон легендарный. Это как бы уже новый легендарный покемон. Ой, что-то залагало. Ну, броня нам не нужна, это пригодится. Ну, и суть в том, что Райкваза это как бы уже новый, да, легендарный покемон. И тот же там Молтрес, да. Самый обычный покемон, легендарный покемон, это можно сказать и Мью, да. Но, что-то если так сравнить, то как Мью спавнится, то бишь можно сказать, он вообще почти что не спавнится.
Хотя это он, можно сказать, Рэйквазан сильнее, чем Ю, и как бы можно сказать, даже реже, чем Ю. Ну, можно и так сказать. Ну то нет, этот покемон под водой. В смысле, в земле не буду я туда идти. Можно сказать, Рэйкваза уже, ну не знаю, много раз заспанилась, а по поводу... И тот же Молтрес, да, уже много раз заспанился. По поводу Артикуна я не знаю, так как в зимнем биоме мы не ходим. В принципе, нет смысла, так как Артикуна у нас уже есть. По поводу Райквазы, да, сколько раз уже заспавнился Райкваза, ну и может еще пару раз заспавнился там Молтрес, да? А по поводу Мью, вот капут. Че тут вообще не хочет спавниться? О, Шайни! Дорогие друзья, вопрос, давайте угадаем еще с одного раза, кто это Шайни. Я уже имею ответ. Тоже это еще может быть Шайни. Ну, в принципе, так, как я и думал, да? Да не ты, Шайни, Нумел. Шайни Джиодуд или Гравеллер? В земле, потому что в шахте больше никаких покемонов нету, только Гравеллер и Джиодуд. Поэтому оставим этого Шайни, дорогие друзья. Понимаю, что Шайни, но все-таки, зачем нам еще один Гравеллер? Так, тут в воде или кто там, Дратини, нету. Тогда пускай опять будет кто-то Дайл. Правильно написал? Да. Фу, куда бы нам побежать? Побежим мы сюда, через лес. Так как первый раз я все-таки Тутодайла в зимнем лесу нашел. Возле воды. Ну, на пляже, можно сказать, возле океана. Или в ту сторону. А, не в ту сторону, там же океан. Вот что-то я... Побежали мы сюда. Хотя... Чё я нажал? Нет, вот так. Давайте выберем все-таки ТП. Тут у нас джунгли, да? Пускай. ТП-хнемся домой. О, покемон босс, да? Он в земле 100%. Да. Не буду я за ним рыться. Так, где у нас тут зимняя биома? Вот она. Побежим сейчас в зимнюю биому. Давайте я пока что вот поставлю вот этих всех покемонов, которые... Вот там еще один покемон босс. Поставлю вот этих покемонов, которые у нас уже прокачанные. Все, у меня даже уже нету покемонов, которых можно качать. Так, где я покемона босса видел? Вот он. Он не в шахте. Я уверен, что он не в шахте, потому что он светится более так ярко. Это понятно, что он наверху. Ну, я так думаю. Я так думаю. Или нет? А, вот, ну да. Вот он. Так, убьем сейчас ее. Нидорину. Ну. Фу, ну давай уже. Вот, отлично. Соларбим. Ну на... А, ну нормально. Так. Побежим мы опять домой. Там еще вроде покемонов босса видел. Одного нового. А второй в шахте вроде, или нет, или мне показалось. Это что такое? Заглючило. Нет, уже пропали, наверное, вот эти покемоны-боссы. Так что давайте побежим и все-таки. Куда-то вот туда.
Как бы я еще Мью хотел. Не знаю почему, но что-то мне так Мью хочется. И Шайни, Шайни, конечно, размечтался, да? Шайни Мью. Ну, в принципе, один раз он заспавнился, да, но я его не увидел. Так. Так, кто у нас там? Кто-то дайл, да? Фу, капут. Чё-то не Тотодайла, не Завдаса, ну, в принципе, да. Тотодайл это капут вообще. Тоже очень сложно найти, как по мне его. Не знаю почему, но... Так, вот тут куча покемонов всяких в воде. Или под землей, наверное. Быстрее всего, да? Вот там у нас лес. Я говорю, наверное, когда всегда будет дождь, я просто-напросто буду идти в лес и там ждать, 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 пока не заспавнится Завдас, если он, конечно, все-таки заспавнится. А потом, если он заспавнится, то я начну как бы снимать. Ну, в смысле, я не буду это то все время, что я буду ждать Завдаса, наверное, снимать, так как... Ну, фиг его знает, заспавнится ли этот Завдас вообще, да? Если заспанится, то это, конечно же, будет отлично, но... Он вообще нифига не спанится. Нифига он не спанится, дорогие друзья. Дарам-дарам. Ладно, я думаю, давайте на этом уже закончим. Чё-то в этой... Чуть в этой серии мы ничего не нашли, никто не заспавнился. У меня уже даже покемонов на прокачку нету. Смотри, у меня вот 4 покемона. И Иви. Это еще нужно прокачать будет. Потом. И все. Уже нет никого укачать. Вот то, что я говорю, еще можно Забдас. Какого Забдаса? Еще можно Лапроса словить. Но у него и той эволюции нету. Кого еще можно словить? Все. Ну. Тотодайла еще, конечно же. И все, и больше никого. Больше никого. Остальные покемоны у нас уже есть. Ну, я так думаю. Все. Почти что все. Все прокачаны. Плюс к тому, все прокачаны. Все до единого. Это ни хрена себе. Смотрите на мини-карту. Сколько тут покемонов? Ух ты. Ни хрена себе, сколько вас тут. А ну по приколу, Нолтрес. Ну понятно, что нету, но... Может. То. Ну хотя да, пускай будет тут, да, он, да и все. Нет, никого нету, никого, кого нам нужно. Так, в принципе, давайте, дорогие друзья, на этом закончим. Сейчас мы, наверное, только вот так будем и бегать, и искать Тотодайла, и Забдаса, в принципе, как я говорил. Это что, у нас там лава такая? Чикарита. Также давайте, дорогие друзья, на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. О, муткип. Или маткип, как он там? Да две штуки, ни хрена. Если бы один шайни был. Ну все, все, дорогие друзья. Давайте на этом закончим эту серию. Этот эпизод. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Еще раз всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.